Хаюшки, ребятушки, меня зовут Евгений Бондаренко, и это очередной выпуск шоу Go Extreme, а именно 10-й юбилейный выпуск, поэтому он такой необычный, как вы уже могли заметить. Сейчас мы направляемся, я вам пока не скажу куда, на встречу с одним человеком, который поможет мне, собственно, провести этот выпуск. Я надеюсь, вам очень понравится, и да, обязательно досмотрите это видео до конца, в конце будет очень большой сюрприз. Пошли! Место, где каждое воскресенье собираются харьковские спидкуберы на сходку. И сегодня сюда придет человек, у которого 3 национальных рекорда в разных дисциплинах. И через мгновение вы узнаете, кто это. Всем привет! Я Иван Кравченко. Это человек, которого никто не знает. Скажите, пожалуйста, кто такой Иван Кравченко? Спасибо. И сегодня я буду участвовать в Go Extreme. Подписывайтесь на канал Евгения Бондаренко. Рано, Ваня, рано. Подожди, в конце скажешь. Человек, у которого 3 национальных рекорда. Какие у тебя рекорды? АВГ и сингл по сборке скилл. И среднее время по сборке по лунке флот. Что это? Ладно, короче, поехали. Вань, скажи, поехали. Поехали. Гагарин, блин. Все? Итак, сегодня шоу будет. Сейчас. Что сейчас? Ты что, занят? Не звонят. Звонят? Звонят. Да, хорошо, сейчас 2 минуты. Вань, 20 минут. Так, все быстро делаем. Быстро снимаем, короче, давай еще раз. Так, чем мы сегодня занимаемся, скажи нам. Сегодня мы будем собирать кубик Рубика необычным способом. Тимблайнд. Что такое Тимблайнд? Итак, Тимблайнд — это сборка... Короче, Тим — это команда. Блайнд — это вслепую. Давай, Ваня, объясняй дальше. И для сборки вслепую нужно... Ну, как вы поняли уже, несколько человек, а именно 2. Ну да, 2 это несколько. Давай. Да, для этого, неопытный, короче. Team Blind. Сборка, командная сборка с закрытыми глазами, где один человек собирает, но на нем маска, при этом он не видит куб ни до сборки, ни во время. А диктует то, что ему нужно делать, его компаньон. Сегодня мой товарищ... Товарищ, это Ван Крафт, короче, человек, которого никто не знает. Ладно, поехали тогда скрамлить. Так, генерируем скрамбл на мобильном телефоне. Вот новый скрамбл, по идее, появился. Скрамблим его. U2, Front 2, U, Back 2, D, L2, Front 2, U2, Back 2, D2, R2, Front, R2, Front, L'. D, U-штрих, L-штрих, круг, U-2, L-2. Так, Ваня. Ваня пока будет проинспектировать, я натяну маску. Итак, еще раз напоминаю, это Team Blind. Я с закрытыми глазами, а Ваня собирает, грубо говоря, моими руками, но своими глазами. Смотрите, как это выглядит. И ты готов там? Тогда поехали. F-L. F-L? Да. L вниз? Да. Штрих, U2R, U2, пару назад, U-штрих, Y-штрих, H-штрих, U-R, U-штрих, U2R, это только за ним. U, F-ап, U2, L-штрих, U-штрих, L, U-штрих, Y-штрих, R, U-штрих, U-штрих, H-штрих. Юла, ты куда указать? Юла, это так слева. Юла, останавливайте. Скип? Да, скип. А я время... Да, я остановил. Я не запустил время. Запустил? 43:19 время.
Я Ведерик. Вы, ребята, пробуйте это со своими друзьями, это реально очень интересно. И свои результаты оставляйте в комментариях под этим видео. Также там же в комментариях оставляйте свои предложения по поводу Go Extreme. Кстати, да, это был 10-й юбилейный выпуск Go Extreme. Последний в этом сезоне, к сожалению. Сейчас начнется учеба, осень, все дела. Вот. Но потом видео будет выходить обязательно. А сейчас тот сюрприз, о котором я говорил в начале видео. Ребята, сюрприз, о котором я говорил. Конкурс. Да, я объявляю конкурс на моем канале. Он связан с тем, что я наконец-таки закончил первый сезон шоу Go Extreme. Не переживайте, видео дальше будут выходить, у меня уже есть парочка идей. В общем, а в конкурсе в этом мне будет помогать группа ВКонтакте «Мое хобби». Если вы не знаете об этой группе, то пройдите, пожалуйста, по ссылке, которая находится в описании под этим видео. И слушайте внимательно условия конкурса, что же вам нужно сделать, чтобы выиграть замечательную новинку от Шэмк Шоу 3x3 куб Шэмк Шоу «Радуга». Вам нужно будет подписаться на мой канал YouTube, подписаться на группу «Мое хобби» ВКонтакте. Кстати, группа очень классная. И сделать репост, собственно, этой записи из группы «Мое хобби» к себе на страницу. И когда вы будете делать репост, укажите там обязательно ссылку на свой YouTube канал, на свой YouTube профиль, чтобы мы могли убедиться в том, что вы подписаны на мой канал и вы выполнили все условия. Кто выполнит эти три простых условия, тот, в принципе, может получить новинку от шоу «Куб 3x3 Радуга». И я желаю вам удачи в конкурсе и выражаю вам огромную благодарность, что на протяжении всего сезона Go Extreme, кстати, первого сезона, будет второй, обещаю. Вы были со мной, вы меня поддерживали, и именно вот поэтому я все-таки дошел до конца сезона и на этом останавливаться не собираюсь. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, если меня поддерживаете. Всем пока и хорошего настроения.